единицы. Конечно. Да. Можно другу подарить полет. Да, подарили уже, вот он ходит. А вот он подарил. Выбери пожалуйста. А что он так далеко стоит-то? Поближе бы хоть подошел. Шажок влево сделали вот так, отлично. А камеру затяните подожди? Камера отлично затянута. Я тут выбрала камеру. Под карабином, под карабином. Нижняя лямка, еще ниже. Вот это, да. Смотрим вперед. Смотрим вперед. Уже страшно. Уже страшно. Конечно. А мне-то как страшно. Но вы не бойтесь. Все будет хорошо. Вы уверены? Абсолютно. Ну, тогда я спокоен. Солнце, дождь, прекрасно. Все может быть лучше. Волосы в рот попали. Ну ничего, сейчас разлетятся они. И поехали сразу. Так, что я делаю? Ох, как больно. Побежали. Бегу! Громко крикнут, я лечу на камеру, потом сами будете смотреть. Очень весело это все. И это все? А так лететь? Вон птички летают. Лежа? Ниже нас. Лететь лежа? Ну почему? Можно лежа, можно сидя. Космонавты же набирают. Не, я думала, что я буду вот сидя лететь. Давайте я вам покажу. Вау! Блин, как-то страшно! Страшно синее? Тогда ложитесь! Я аж прослезилась. Сторона, смотрим. Смотрим? Ах, можно даже так? Ой, прям хомуха! Вон справа. Все нормально, да? Да, что-то оборвалось. Господи, как страшно! Блин, что же вы не предупредили, что нас отцепят от этого тросика? Я боюсь, что шлем улетит, потом вам два шлема возвращать еще. Ой, блин, кошмар, кошмар. Свешивать, да? О, боже. Да я не уверена, что я теперь смогу вообще ходить. Вперед, да? Да. Ладно. Все получилось. Так, что я делаю? Что я? Встали на ножки? Встали вот так. Я не дошла. Оп. Все нормально? Стоим на месте. Фух, капец. Очень страшно. Фух. Я чуть не описалась. Идите, расскажите о нем все, что вы думаете. Держим камеру. Да держим. Подождите, как ее держать, а ручки просить. Страшно было? Да, очень. Да ладно. Клянусь. Ты же говорила, что я ничего не боюсь. Я врала. Понятно. Я занималась самоубеждением. Подождите. Главное, что камера, короче, не улетела. Вот я что думаю. Главное.